В Сургуте на 102-м году ушла из жизни Зоя Кудинова, ветеран Великой Отечественной войны, старожил города. Вся жизнь Зои Александровны была связана с медициной. В годы войны она работала в специальных войсках медицинской службы и спасала солдат и офицеров Красной Армии. В 1956 году приехала в Сургут, где трудилась сначала в детском саду, а затем в городской поликлинике. Ветеран награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией, за трудовое отличие, за доблестный труд, за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири.